Нам надо с вами серьезно поговорить. Короче, это будет довольно сложное для меня решение. Что там? Софи пытается толкать коробку, не кусается. Но он шипит, как я могу взять его в руки? Я должна показать тебя. Мама, он шипит. Нет, пожалуйста. Какая-то странная бумажка. Ух ты. Посмотрим, что в ней. Алиса там скачет. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы. И кажется, у нас будет еще два новых питомца, но об этом чуть позже, вы все сами увидите. Я до сих пор немножко в шоке. Короче, у меня была встреча в Питере, о которой я, к сожалению, не успела рассказать на каналах, но говорила в Инстаграме, питомца в своем ВК. И если вы хотите быть в курсе всех самых последних новостей, обязательно подписывайтесь на соцсети, потому что там много всего того, чего нет на каналах. Мы с вами сегодня будем распаковывать подарки, а мой квест по следам Энни Мэджик продолжается. В прошлый раз я оставила тайник с кодом в нескучном саду и нашла его Света Фомина. Она написала код из тайника, так что скоро мы с ней увидимся. И раз уж я была в Питере, я решила продолжить квест и там, и оставила тайник где-то вот тут. Подсказка: ищи под 4145. Так что кто самым первым в комментариях напишет код из тайника, с тем я встречусь лично и передам ему свой сюрприз. А те, кто еще нас не знает, подписывайтесь скорее на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики. И ставьте лайк, если вы тоже любите подарочки, как и я. И мы начнем вот с этого подарочки. Он полон вкусняшек из Латвии. И если честно, большую часть вкусняшек мы съели прямо там. Поэтому я хочу сказать Стасе большое спасибо за вафельный тортик, который мы там поделили, печенюшки, вафельки, но тут еще кое-что осталось. Софиша вот уже своровала мячик из этого подарка. Тут есть лакомство еще и для кисы Алисы, для собачек и другие вкусности для меня. Осталась шоколадка, какие-то вот такие вот палочки и чаек. В открытке Стасе написала мне гигантское письмо, но самое главное то, что она из Вентспилса, Латвия, и специально приехала к тебе на фан-встречу, просидев в автобусе 15 часов. Решилась все-таки. Спасибо тебе огромное, было очень вкусненько. А теперь, ребят, мы перейдем к вот этой вот красной большой коробке. Это очень важно. Я реально соскучилась по вам, по Ютубу, по роликам. Так что сегодня видео не только на этом канале, но и на канале моих питомцев волшебных Magic Pets. И на моем канале Энни Мэджик вас ждет кое-что интересненькое. Так что ссылочки будут на видео вот там внизу в описании. Я войду в нормальный режим, да, Юмичу? А эта коробка от Маши Шкуро и Таксочек. Большая, тяжеленькая коробочка. Я точно знаю, что в ней лежит стеклянная банка, в которой живет кое-кто. Сейчас вы увидите это. А еще, что у нас тут есть в коробочке, я еще не смотрела. Некоторые заинтересовались, что же там такое в баночке. Во-первых, вот такая вот игрушка-пружинка Покемон, у которого отвалилось ушко, к сожалению. Вот такой вот медвежонок беленький с цветочком. Игрушка-мороженка для собак более крупных пород, чем у меня. Вот такой вот хорошенький бегемотичек. Да, Софиша, смотри, какой бегемот прикольный. Такая вот розовая кофточка Адидог для кого-нибудь из песиков. Юми очень, видимо, хочет. Афиз схватила бегемота. Юми у нее ее отобрала. Господи, да что ж с вами не так, ребята? Здесь еще вот такая вот розовая ручечка с пушистиком. Очень прикольная подставочка вот такая вот белая. Но я так понимаю, она для салфеток, наверное. Набор для выращивания цветов. Вот такая вот баночка. Такого мне еще никогда не дарили. Я обожаю, когда вы придумываете что-то такое прям совсем оригинальное. Несколько мячиков для песиков. Какая-то тяжелая металлическая банка. А, это какая-то игра, наверное, настольная. Потому что внутри... целая пачка карточек. И да, есть инструкция для игры. Вот такое вот красивенькое зеркальце фламинго в мою коллекцию с фламингами. У меня уже столько всего от мэджиков просто. Вот такая вот ручечка с фламинго. Набор свечей, прикольный брелочек розовенький. Письмо и фотография от Маши самой, я их, конечно, прочитаю. Вкусняшка, игрушка, браслетики и другие мелочи для моих питомцев и канала Magic Pets. Софиша сложила обратно мячик. Но самое главное в этом подарке – это баночка.
на которой написано: маленький улитенок, новый Magic питомец, дата рождения 20 мая 2018 года, рост 12 мм, вид охотина фупика стандарт. Малыш ехал из Питера в Москву на машине. Я не уверена, что мы сейчас его там увидим, потому что 12 мм это очень маленький размер, да, Юмичу? Мне удалось откопать этого малыша, он живой. Юми, куда ты понесла его тряпочку? Он даже вылез, смотрите. Так что, ребята, нам надо с вами серьезно поговорить, потому что очень многие задавали мне вопрос про предыдущую подаренную улиточку, которая была все-таки чуть меньше этого малыша. В общем, мне действительно один раз уже на встрече дарили улитку, и я дала ее своим друзьям, которые увлекаются улитками. У них есть свои улитки, и им это было интересно. Я на тот момент была абсолютно не готова к новому питомцу, потому что я считаю, что это очень большая ответственность. Даже вот такое вот маленькое создание, за ним все равно нужен уход, за ним нужно следить. И если вы хотите подарить кому-то живое существо, вы должны все-таки в первую очередь спросить человека, а способен ли он за ним ухаживать, захочет ли он это живое существо или нет. Потому что это живые создания, и мы каждый раз, когда приобретаем какого-то питомца, мы берем на себя ответственность, что мы будем заботиться об этом питомце. Интересно, мальчик это или девочка? Но она очень-очень быстро ползает, Юми, и она такая милая. Короче, я, конечно, понимаю ваше желание, чтобы я завела там улитку или еще кого-нибудь, кого вы сегодня увидите. И я люблю животных, но нельзя дарить живое существо неожиданно, не подготовив человека. Я реально в растерянности. Я не знаю, ребят, что я буду делать. Так что на случай, если этот маленький чудо-путешественник все-таки останется в нашей семье, то пишите варианты имен в комментариях. Будем придумывать, как его зовут. Короче, это будет довольно сложное для меня решение, но давайте сейчас переведем дух немного, откроем пару-тройку подарочков, потому что дальше вас ждет еще более невероятное животное, к которому надо быть очень готовым морально. И я вот выбрала такой вот большой пакетик, в котором я увидела вот такого вот розово-белого прикольного такого антистресс-пингвина. Очень классного, мне так он понравился, такой хорошенький. На пакетике написано от Тай-Эр, твоего Мэджика. Тут еще в пакете вот такая вот коробочка с фламинго, в которой подставка фламинго для фотографии. Она, конечно же, сразу пойдет на мою полочку. Если вы заметили, полочки изменились, теперь там очень много фламинго. Вот такой вот брелок, единорожек, спасибо большое, очень тоже круто. И вот такая магнитная закладочка розово-беленькая с персиком. К вот этим вот двум прикольным штучечкам здесь еще вот такая вот классная ручка фламинго и вот такие вот два прикольных няшных маркера. Как я говорила, у меня бы всего этого без вас не было. Вот такие вот прикольные две длинные пластиковые ложечки, целый конверт с прикольными стикерами, личное письмо, кое-что для канала Magic Pets, блокнот, еще один вот такой вот прикольный блокнотик и магнитик. Давайте чередовать пакет, коробочка. Вот у меня здесь есть 4 как минимум больших таких вот прям коробки. Ребята, как всегда, им тоже интересно, что же это такое. Во-первых, тут целая пачка корма для моего хомячка Рики. Также здесь есть вот такие вот кольца для того, чтобы собачкам грызть и чистить зубки, но только это для более крупных собачек, чем мои. Вот такая вот прикольная очень косточка. Но девчонки там учуяли что-то другое. Софиша достала вот мне вот такую мороженку. Что, понравилась тебе мороженка? Все игрушки очень классного качества, прям супер. Также здесь есть лакомство. Раз, это для собачек. Для кисы Алисы 4 штучки. Еще лакомство для песиков. Пироженка Софише покоя не дает, она готова ее... Зачем ты все складываешь обратно в коробки, Софи? Ты уже определись, София. Короче, портреты моих питомцев. Софи, киса Алиса, Юмичу, Миша, Эйвен, Рики. Очень классно нарисовано. Также письмо, не написано личное или нет, сейчас посмотрим. Еще одна тетрадка в мою коллекцию фламинго. И дрессируем кошку за 10 минут. Супер полезная книжка о том, как дрессировать Алиску. Там мне книжку подарили, как тебя дрессировать. Понятно.
Но я, конечно же, обязательно этим займусь. Девочку зовут Аня, она живет в пригороде Санкт-Петербурга, город Пушкин, Мутёзки. Приветик тебе, спасибо, письмо полностью прочитаю. Сейчас просто слишком много подарков, хочется больше ребятам показать. Предлагаю открыть этот пакетик, потому что мы с Юмичу увидели там и еще одну мягкую игрушку. Ой, тут что-то зацепилось. И теперь на второй полочке тоже будет вот такая фламинго. Здесь рисунок Смешилкины. Это рубрика на моем канале, кто не в курсе. И это герои. Юми рисунок заценила, ей он очень понравился. Вот такая вот еще одна в мою коллекцию ручка с фламинго и блокнотик. Девочку зовут Глаша. И тут еще в мешочке вот такая вот прикольная кружечка. Откроем вот эту розовую в горошек коробочку с бантиком, а дальше я покажу вам то, чего я сама, наверное, еще до сих пор боюсь. Я вообще очень соскучилась по съемкам, и я очень уже жду, когда закончатся все вот эти вот поездки. Мы же были еще с Кисой Алисой на первом канале, в передаче видели видео, потом посмотрите, Киска Алиска прям вела себя очень круто. В такой милой розовой упаковочке была вот такая вот черная коробка, ребята. Все слова забыла. Магнитик Санкт-Петербург. Кружка — это Питер, детка, с котиками, которые смотрят на мосты питерские. Шарик Лол Пэтс. Шкатулочка с вот такой стеклянной подставочкой про Санкт-Петербург, но обрыла все. И коробку, и упаковку, и здесь все. Не написано от кого. Только для Ани Мэджик на видео. Ох, вам может показаться, ребят, что я тяну время по поводу нового питомца, но на самом деле я тяну время для себя, потому что я сама до сих пор еще боюсь всей этой ситуации. В общем, я решила еще один пакетик открыть. Вам будет интересно, а мне приятно. Вот такой вот Мишаня в этом большом пакете. Самодельный такой вот конвертик с фламинго, в котором, во-первых, прочитай, пожалуйста, на камеру вот такой вот красиво разрисованный листок. Привет, Аня, меня зовут Настя, мне 11 лет. Я дарю этот подарок вместе с моими подругами Аней и Таней. Я мечтала встретиться с тобой. Скажи, пожалуйста, понравились ли тебе наши рисунки? Сейчас покажу рисунки, вы заодно вместе со мной скажете, понравились ли они вам. А тут в пакете еще вот такая вот игрушка покемона. Ну так ты держи, неси его к себе, что ты мне-то его даешь? Это же тебе покемон. Давай, иди, неси к себе покемона в свой любимый штабик. А это что такое большое? Здесь еще кое-что для канала Magic Pets. Вот такая вот большая игруха для крупных собак. Очень прикольная игрушка в виде банки. Мыло, но почему оно такое гигантское? А, их там несколько. Все, я поняла. Киса Алиса и Юмичу. Вот они, рисунки девочек. Я, конечно же, всегда в любом творчестве своем мэджиков поддерживаю. Спасибо. Софиша с удовольствием грызет Юминого покемона, а Юмичу в отместку забрала Софишкину пироженку. Ну что ж, ребят, а теперь мы переходим к подарку, который мне подарила Алина Федорова на встрече в Питере. Кто видел какие-то видео со встречи или стримы в Инстаграме, тот уже видел мою первую самую реакцию и знает, что там. Для меня это, вот честно скажу, невероятное абсолютно существо. Такого никогда в жизни я не видела, не трогала, в руках не держала. У меня, конечно же, никогда не было подобного питомца. И вообще... В этой коробке путешественник, насекомое, который приехал сначала с Мадагаскара, получается, в Питер, а потом из Питера на машине в Москву. И это мадагаскарский шипящий таракан, ребята. Гигантский, очень большой. Это точно мальчик, потому что определяется пол по усам. Усы у девочек длинные, у них коротенькие. Что там, чем там пахнет? Они любят темноту, я уже прочитала. Здесь темным заклеены вот бока, стеночки с некоторых сторон. Даже Миша с Эйвоном пришли, потому что им интересно, что там такое, чем пахнет. Софи пытается сама открыть коробку. Киса Алиса тоже пришла посмотреть, что там. Софи пытается толкать коробку, проверять. Мне пушистиков нужно вывести, потому что если что-то пойдет не так, всех слабонервных и тех, кто не очень любит насекомых, прошу отойти от экрана. Если вы кушаете, лучше отложите еду. А те, кто дарят подобные подарки людям, пожалуйста, задумайтесь. Это большая ответственность. Вы дарите живое существо. Вот так неожиданно, на встрече. Мне пришлось везти его из Питера в Москву на машине. Это тяжело. И я, конечно, думаю, что он останется у меня, но
блин, это я такой человек, а другие могут просто очень негативно отреагировать или просто-напросто не принять подарок. Ух, и уж тем более нельзя так поступать с кошками, собаками и крупными животными. У меня были мысли назвать его Питер, потому что его подарили в Питере. Потом я подумала, Питер как Питер, может быть Питер. Потом я подумала назвать его Петя. Мне еще нужно будет организовать тут все по уходу, где он. Везде пишут, что мадагаскарский... Он какой-то звук издал. Шипящие тараканы. Они только шипят, но не кусаются. Их можно брать в руки. Такого, конечно, я от своих мэджиков никогда не ожидала. А здесь вот такая веточка, по которой он может ползать. Блюдечко с водичкой. Вот здесь хлебушек я ему давала, он кушал. Вот он. Я удивилась, что очень многие... Мама! Чуть не выронила. Посмотрев на него, мэджики сказали: «О боже, какая милота! Какой он хорошенький!» Сейчас я положу к нему микрофон, и вы услышите, как он шипит. Петя, скажите что-нибудь. Реально очень громко и похоже на шипение кошки. Это я, просто сумасшедший человек, который согласился на это. Короче, его можно типа взять в руки. Но он шипит, как я могу взять его в руки? Я взяла его на руку, он по ней ползет. Они еще как-то его пальцы умудряются держать. Бабочки — это одно, пауки даже, скорпионы, но таракан. Я должна к нему привыкнуть, если он станет членом волшебной семьи. Он ползает по моей руке, он ползет по моей руке. Боже мой, как... Подожди, Петя, подожди. Я должна показать тебя. Мама, он шипит. Прости, я тебя уронила. Он прям холодный, такой тяжелый, и он не очень, конечно, похож на таракана. Он ползает по моей руке. А, боже, куда ты ползешь? Какие у него гигантские лапы. Это совсем не ощущение от бабочки или улиточки. Окей, змея. Окей, хамелеон. Окей, эублефар, но таракан. Давайте придумаем имя этому милому созданию. Что ты делаешь? Куда ты ползешь? Пожалуйста, не двигайся. Можешь просто замереть. Мне говорят, что тебя можно взять руками. Он шипит. Боже мой. Тихо. Я просто хочу тебя снять с рук. Он вырывается из рук. Какой кошмар. Все, я взяла его. Тихо, не шевелись. Не шевелись, так будет лучше для нас обоих. Тихо, нет, пожалуйста. В общем, давайте придумаем имя ему. Пишите свои идеи в комментариях. Все, дружок, давай. Иди к себе домой. Если вы хотите увидеть, как на него отреагируют все остальные мои животные, потому что вот такого гигантского таракана живого они уж точно никогда в жизни не видели. Не знаю даже, не могу предвидеть реакцию кисы Алисы. Ставьте лайк, я сниму видео о том, как он у нас живет, как к нему относятся все остальные. И будем дальше распаковывать подарки. Возможно, в них мы обнаружим еще кое-что интересненькое. А я решила открыть вот такую вот огромную, гигантскую, полосатую коробку. Что у нас тут такое? На коробке написано, что это от Леры Кошиц. Приветик. Киса Алиса с Юмичу там что-то пытаются достать из пакета. Не знаю, что там такое. Ребята тут подсуетились все, потому что, наверное, в коробочке есть и для них лакомство для школы. Это у нас на канал Magic Pets, не сюда. Здесь есть вот такое вот, написано для Рики, для хомячка. Упаковочка лакомств с шоколадочкой для собак явно. Это, видимо, еда для киски Алиски самая разная. Часть из них, наверное, пойдет в приют для бездомных животных. Вот такая вот игрушка Hello Kitty. Я очень люблю Hello Kitty и собираю их вместе с киской Алиской, которая там изучает пакетики. Да, Лера в курсе, что мы ездим в приюты, и поэтому она положила здесь собачий корм для приюта, целый мешок. Юми! Юми украла шоколадку.
Альпенгольд, ни в коем случае нельзя давать своим животным шоколад. Это может привести просто к шоку, к ужаснейшим последствиям. Ты просто ленточку хочешь? Тебе ленточка нравится или что? Немножко какао, всякие вот такие вот приятные мелочи. Блокнотик вот такой вот с крепочками, с смайликами. И что-то непонятное вот в этой коробочке. Ой, что это? В коробке еще остался мармелад, и к коробке прикреплена записка «Передай привет моей подруге Ане Дробжевой». А, там рамочка с рисунком, портретом меня. Вот такая вот. Спасибо большое. Я уже отключила камеру и вообще закончила снимать, и вдруг увидела на дне вот этой вот коробки вот такой текст. Внутри этого конверта лежит то, что я нашла у себя в почтовом ящике. Я долго разгадывала, что там написано, но у меня ничего не получилось. Буду рада, если ты поможешь мне и напишешь в ВК мое имя, указано в личном письме. Какая-то странная бумажка, я не знаю, как на нее смотреть. И что это значит, ребят? Если вы в курсе, что это значит, напишите в комментариях. Я не знаю. Вот. Это было вот в этом вот полосатой коробке на крышке. Ну что ж, я обещала чередовать коробки с пакетами, и чтобы было честно, я открываю не только красивые там какие-то большие подарочные тяжелые пакеты, но и самые обычные пакетики. Вот здесь я увидела котика такого миленького, посмотрим, что внутри. Я прям как почувствовала, что это пакетик для меня, там вот такая вот очень красивая обложечка с фламинго, в ней вот такой вот блокнотик, ежедневничек. Ручечка с кошечкой, и все это от Арины Шушковой. Тут написано на каждом предмете, что это. Вот такой вот еще один блокнотик уже с кошечкой и лимончиками. Фрут-Китти, не с фламинго. Еще один классный, очень красивый блокнот с вот таким вот фламинго нарисованным. И две упаковочки вот таких вот прикольных стикеров. Следующую я должна распаковать коробку. Я взяла вот такую вот гигантскую желтую коробку в очень красивой упаковке. Все. Получилось. Такая коробка, написана Magic. Смотрите, здесь есть конвертик для вдохновения. Ух, ты, целая коробка для Смешилкиных. Интересно, что же там такое? Пакетик для Кисы Алисы, я так понимаю. Сейчас посмотрим, что здесь. Еще один пакетик не подписанный. Да, Софиш, внутри этого пакетика был зайчик и три конфетки. Софи, отдай конфету мне обратно. Давай. И не воруй больше конфеты. Тебе такое ни в коем случае нельзя. Это же конфеты для людей. Письмо. На крышке сделан вот такой вот конвертик, в который вложены, возможно, рисунки. Там действительно разные рисунки меня, всей волшебной семейки и всякие другие в таком очень прикольном стиле. В конвертике Love Magic был вот такой вот котик, который ест пиццу. Вот в этой тяжелой коробочке с сердечком у нас всякие приятности. Это скорее у нас больше для канала Magic Pets. В салатовой упаковке товарищ Бди. Еще одна настольная игра. А еще тут какая-то вот такая вот конфеточкой. Это вот такой вот котик. Привет из Питера. В конвертике с рисунком котика у нас вот такой вот гномик из шишечки. Мне кажется, он на меня похож. В конвертике для вдохновения я так и знала, что там будет блокнотик для записей. Вот в этом красивом конвертике личное, совсем такое личное прям письмо, я его прочитаю. В волшебной коробочке для семьи Смешилкиных есть подарок для Евы, Пети, Маши, мамы и бати, и даже для психолога, которая вряд ли, конечно, появится в каких-нибудь сериях. Сувенирчики, подарочки для героев рубрики на моем другом канале. Что там такое? Мы уже подустали немножко, вы тоже, я думаю, подустали, и если вы еще не убежали на другие каналы смотреть новые видео, то я предлагаю все-таки распаковать еще немножко подарочков. Здесь... Ой, вот такой вот большой ободок с ушками, как у Мини-Маус. Не с ушками даже, а с бантиком. Мне кажется, прям очень большим бантиком. Не знаю, как я буду смотреться. Может быть, наконец-то я решу вопрос со своей прической. Написано, что это от Лучкиной Устины, если я правильно прочитала. Вот тут на пакетике все-таки подпись. Прикольная собачка Такса, очень классная. Мне кажется, это игрушка для собак. Да. Но для очень больших. Смотри, какой я Такса.
Тебе нравятся мои уши? Вот такие вот рисуночки фломастером. Спасибо большое. Я нашла коробочку в пакетике. Вот в таком вот пакетике с кисявочками есть вот такая красивая, полностью заклеенная коробочка. Упаковочку все-таки придется рвать, потому что она заклеена скотчем. Ух ты! Посмотрите, какая красивая, золотистая такая вот коробочка. Во-первых, свечка. Так, это для наших смешилок-страшилок. А вот такой веревочки с прищепочками, прикольные, как стикеры, такие коллажики самодельные. А сзади каждого коллажика написано «Просто будь собой, это моя песня». Вообще так приятно, так прикольно сделано, профессионально, прям супер. Это фразы из моих песен. Капец. Прикольный кошелечек с медвежоночком. Миша уже устала распаковывать подарки. Да, Софиша показывает, что здесь фрутелла. И вот такой вот мой портрет, сзади которого написано письмо. Вась, от Васильевой Кати. Я должна прочитать это письмо полностью, от начала до конца. Пожалуй, я сделаю это в конце этой распаковки, потому что многим нужно услышать, что там написано. Здесь еще есть подарочек от Лены. Я хочу очень вам это показать. Лена сама нарисовала Юмичу. Покемона, мне кажется, реально очень похоже нарисовано. Дело в том, что Лена живет в городе Сыктывкаре, это город, где я родилась, и у нее аллергия на шерсть, она не может завести собаку. Она пишет: «Развожу улиток и смотрю твои интересные жизнерадостные видео уже почти 2 года. Спасибо огромное». Написано, что это коробка от Лизы Харпенко, если я правильно прочитала. Сейчас посмотрим, что в ней. Так, я, пожалуй, для продолжения сниму вот этот вот бант, который мне подарили. Конверт не подписанный, в нем открытка с фламингами, и тут написано, что Лизе 11 лет, и она живет в Эстонии. Неужели из Эстонии нам прислали ногу осьминога? Это такая игрушка, нога осьминога на палец надевается. Кота-монстр сейчас эту ногу съест. Можно массаж делать Алиске. Я думаю, Алиске должно понравиться новое развлечение. Злой кота-монстр будет грызть ногу осьминога. Очень прикольная кошачья игрушка. Такой вот жучок переливающийся. Очень классная, такая стильнючая. Для меня, видимо, вот такой вот кошелечек. Кошечка прикольный, такой космический, переливающийся, радужный. А это, я так понимаю, половинка авокадо. Только непонятно, то ли это просто сквиш, то ли это игрушка для собак. Софиша очень заинтересовалась. Авокадо, очень классная шоколадка, я так понимаю. Огромная, гигантская, очень прикольная. Она больше моей руки. Я не знаю, осилю ли я ее. И всякие классные рисуночки Magic Family. Киса Алиса продолжает играть с ногой осьминога. Те, кто устали, как и мы, переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах, смотрите. А я для тех, кому интересно, прочитаю это письмо полностью, про которое я говорила. Привет, Анют. С того момента, как я писала тебе поэмы, прошел почти год. И мне сейчас за какие-то их части стыдно. Но ты советовала не просить прощения за то, что я хотела сделать. И, может быть, тогда это были мои мысли, и я нуждалась в том, чтобы вылить их одному из самых дорогих мне людей. И это правда. Я смотрю много блогеров, которые дают полезную информацию, но только ты по-настоящему дорогой мне человек. И я не могу назвать тебя кумиром, а себя фанатом. Тут что-то другое. Я правда горжусь тем, что ты так много работаешь, двигаешься к своей цели, но не ленишься поддерживать других, не совсем знакомых людей. Хотя тебе могло быть все равно на их жизнь, это же их жизнь. Но ты пытаешься показать не то, как много можешь ты, а то, как много может любой человек, если станет стараться и делать что-то для реализации своей мечты. Даже если она сначала кажется глупой. За это ценю тебя я. И, вероятно, не только я. Странно осознавать, что ты так быстро меняешься. Но так приятно видеть, что изменения эти не в худшую сторону. И твои идеи становятся все индивидуальнее и интересней. И твое лето перемен очень помогло понять, что действительно важно. Спасибо тебе.